предыдущей серии. Светлана Сергеевна, процедура безболезненная, быстрая. По времени занимает 1,5–2 минуты. Самая ваша главная задача – дышим и слушаем нас. У пациентки был обнаружен правосторонний сколиоз, достаточно выраженный даже в положении лежа. Я также вам на руки давлю с той же силой, даже с большей. Вы не даете, сопротивляетесь. Поехали. Чувствуете, сила на ортезах возрастает в несколько раз. То есть, несмотря на то, что вы встали... Вы сейчас меня удивили, как фокус показали! Мне правильно абсолютно доктор сказал, что вообще это было создано, этот аппарат для снятия болевого синдрома с позвоночника. И помимо того, что снимаются все болевые синдромы, я такого расслабления уже давно не испытывала. Как только меня подвешивают, у меня реально закрываются глаза, и я просто засыпаю. То есть настолько это расслабляет, настолько это приятные процедуры, что вот просто прям в сон со сновидениями я впадаю буквально за несколько секунд. И прям потом такие приятные ощущения в позвоночнике, хочется ходить, распрямить спину и прям нос кверху. Прям волшебное место, я бы жить здесь осталась, честно говоря. В данный момент мы выполняем тракционные положения для того, чтобы максимально снять нагрузку с позвоночника, то есть снять нагрузку с межпозвоночных дисков для того, чтобы убрать ту самую боль. В данный момент мы сейчас выполняем легкий мануальный массаж для того, чтобы максимально расслабить мышцы и последующие потянуть их. Такие процедуры выполняются при остеохондрозе позвоночника, при грыжах, при протрузиях и при сколиозе. У Светланы диагноз сколиоз позвоночника грудопоясничного отдела, и поэтому ей показаны такие процедуры для того, чтобы прям максимально расслабить мышцы, чтобы не было спазмов. После процедур эффект должен быть следующим. Снижение болевых синдромов в позвоночнике, улучшение самочувствия, улучшение сна. Давайте. Я думаю, что вы, когда придете снова на сцену, вы будете совсем другим человеком. Надеюсь, что вас все-таки узнают ваши поклонники. Да уж, хотелось бы. Рабочая неделя началась, всех пациентов посмотрел, все больные подготовлены. Травматология начала оперировать уже с утра, эти истории в операционную. ЛОР, хирургия, урология, гинекология, также все идет по плану. На сегодня 17 операций, не грусти, операция, это душа хирургии, работа, Света. Наш многопрофильный стационар рассчитан на 8 из коек. Мы оказываем как терапевтическую помощь плановую, так и хирургическую. Хирургия у нас представлена всесторонняя. Это гинекология, ЛОР, патология, челюстно-лицевая хирургия, общая хирургия, травматология. Следует отметить, что 80% данной хирургической деятельности мы оказываем малоинвазивной методикой. Это менее малотравматичные методы, которые позволяют пациенту перенести очень легко саму операцию и также сократить средние сроки лечения и вернуться к обычному ритму жизни. Юна Сроцкова, на сегодня, пожалуйста. Больные все поступили? На операцию на завтра 8 человек, да? Все готовы? Отлично.
Очень важен психоэмоциональный настрой пациента на операцию. Пациент должен быть готов к оперативному вмешательству. Скажу, что вот именно пациенты пластического хирурга, они наиболее готовы к оперативному вмешательству, потому что они готовы ради вот этой красоты терпеть боль даже и перенести эту операцию. Конечно, мы уже сами становимся психологами, настраиваем пациента на оперативное вмешательство, на анестезию. Всегда говорят, что пациент может сам выбрать анестезию, но это на самом деле не так. Мы всегда, как профессионалы, рекомендуем самый безопасный вид анестезии. Если человек как-то заблуждается, мы пытаемся его убедить в том, что данный вид анестезии является наиболее безопасным для него и по показаниям для данной операции. У этой пациентки, так как у нее оперативное вмешательство локализовалось на лице, мы, конечно, выбрали общую анестезию. Мы используем превентивное обезболивание, то есть это предупреждающее обезболивание. То есть пациент просыпается после наркоза уже обезболенным. Наша героиня Светлана обратилась к нам за помощью с умеренными возрастными изменениями в области мягких тканей лица. И наша задача в данной ситуации – устранить эту проблему. После осмотра, неоднократных бесед с пациенткой, нами определен план хирургического лечения. Планируем выполнить операции по подтяжке мягких тканей средней и нижней трети лица и выполнить блефаропластику. Тем самым улучшить внешность пациентки, гармонизировать черты лица и тем самым улучшить качество ее жизни. Наше вмешательство выполняется под общей анестезией. Проснувшись, пациентка уже будет осознавать, что данная проблема решена, и останется только лишь добиться заживления после операционных ран. И процесс реабилитации, он хоть не такой уж и быстрый, но протекает достаточно комфортно. Оперативное вмешательство проходит штатно, в обычном временном промежутке, без каких-либо особенностей. На сегодняшний день прошло 3 суток после проведенной операции. Мы снимаем повязку, выполняем обычную обработку после операционных ран. И на сегодняшний день состояние Светланы очень стабильное, она активна, поскольку операция проведена под современными видами общей анестезии. Так, сейчас здесь волосы я... Желательно не отрезать. Оставлю. Добавить. Они еще пригодятся. Точно. Сегодня уже чувствуете, что лучше, отек меньше. Сегодня жизнь наладится. Все пойдет по-другому. Да. Разница в отеках, она первые дни еще будет сохраняться, но по мере заживления лицо абсолютно симметричным будет. Контуры лица, овал лица будет более четким, что характерно, скажем так, для более молодого возраста. Здесь на веках-то уже день-два, и можно швы уже скоро снимать будет. Там кожа тонкая, она достаточно быстро заживет. Пока все. Вот теперь без повязки будет легче. Ага, дышать. В ранний послеоперационный период, после пластических операциях на стационарном этапе для сокращения сроков реабилитации, мы назначаем физиотерапевтические методы лечения. Светлана, вы сейчас, пожалуйста, ложитесь. Во время процедуры вы ничего ощущать не будете, хорошо? Мы сейчас вас подключим. Сейчас мы следующую будем проводить процедуру, которая относится к светолечебным процедурам.
следующей серии. Вот и весь неприхотливый вид. Поливалкой улица умыта. На углу фонарь стоит разбитый. А над фонарем звезда горит. Не слабей других и не сильней. Над землей зашва она твоею. Хорошо, что все в порядке с нею. Что ее разбить куда сложнее.